Во вторник Российская федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков отметила свой 11-й день рождения. Ивановские наркополицейские встретили дату скромно – в стенах родного управления. За отличную службу более 20 работников регионального ведомства получили медали, грамоты и благодарности от федерального руководства. Сколько за 11 лет ликвидировано опасного зелья, сказать уже сложно. Говорят, что больше тонны. Только за 2013 год изъято 65 килограммов наркотиков. Пресечено 715 преступлений. Сколько было арестовано, задержано, в местах лишения свободы отправлено достаточно большое количество людей. К сожалению, это все наши граждане, и, естественно, там есть и махровые бандиты, не повысив слова, которые в составе организованной преступной группы лиц сбывали наркотики в особо крупных размерах. Напомню нашим уважаемым телезрителям, с прошлого года пожизненное лишение свободы карается незаконный оборот наркотиков. В составе организованной преступной группы лиц в больших объемах и в местах, предположим, массового доступа молодежи.